В Перу борются с незаконной добычей полезных ископаемых. Около 300 полицейских отправились к озеру Титикака, чтобы уничтожить оборудование на одном из нелегальных золотых карьеров. Лагерь старателей также был разрушен. В Перу залегают богатые запасы меди, серебра и золота. Растущая цена на желтый металл привлекает все больше людей из бедных регионов страны. При этом нелегальные добытчики наносят значительный урон окружающей среде, загрязняя реки и озера. Для экстракции золота старатели зачастую используют ртуть. При этом такая практика официально запрещена во всем мире, поскольку является чрезвычайно опасной для природы и человека. Перуанские защитники экологии давно обвиняли власти страны в том, что они закрывали глаза на эти проблемы. Теперь же президент Альянта Умала объявил нелегальным старателям войну. За несанкционированную добычу ископаемых будут лишать свободы. Незаконная добыча происходит в 21 из 25 регионов. Это долгосрочная работа, но нужно ее начинать. В этой области никогда не было запретов. Это впервые, когда правительство приняло решение о запрете. Власти отмечают, что нелегальные золотодобычики не только загрязняют окружающую среду, но и превращают огромные участки джунглей в пустыни. По их словам, в лагерях, где проживают старатели, также процветают пьянство и проституция.